Всем привет, меня зовут Сюзанна Варнина, я женщина и я могу. Начну я с того, что внешность у меня необычная для этой местности, в которой я проживаю. Здесь гораздо больше ценится европейская внешность, светлые волосы, светлые глаза, некая хрупкая женская грация, какая-то деланная женственность и все то, чем я не являюсь, как бы. Я выступаю очень своеобразно на сцене, я веду себя так, как я хочу. Я абсолютно не зажата никакими хореографическими постановками. Я абсолютно не думаю о том, как выглядит мое лицо, когда я артикулирую и пропеваю песни, пропеваю ноты, слова. То бишь, я изучаю себя в процессе выступления. Естественно, люди, которые приходят на концерты, у нас очень молодой слушатель, естественно, люди, они воспринимают мое поведение на сцене как норму, то бишь я задаю стандарт, и это есть мой вклад в формирование образа женственности. На каком-то мировом глобальном уровне отношение к женщине поменяется не скоро, к сожалению, потому что есть мир, и он мужской, it's a man's world. Это очень просто можно прочитать, потому как у нас продается продукция, например, с помощью обнаженного женского тела, недвусмысленных намеков и всего остального. То бишь, я очень хочу, чтобы образ женщины больше стремился не к образу соблазнительницы и какого-то сексуального объекта, там, желания и так далее. Я хочу, чтобы образ женщины был образом, прежде всего, человека женского пола, который способен на многое, на свершение, на то, чтобы вдохновлять людей вообще в целом, человечество. В моей жизни было очень много разнообразных ситуаций, в которых я ощущала свою неспособность двигаться дальше, двигаться именно в выбранном направлении. Я рано поняла, что шоу-бизнес, в принципе, это то, что мне не очень подходит по моим моральным принципам, по каким-то этическим соображениям, что мне не хочется делать из себя нечто, не хочется быть деланным артистом, а некая такая штучность, искусственность, она продает и продвигает творчество. Очень сложно мне было воспринимать как именно свою реальность, для проживания в ней моего именно существа. Пожалуй, самая сложная задача для любого человека, который что-либо делает, это действительно верить в успешность своего мероприятия. Я периодически сбиваюсь и начинаю думать о том, боже, а действительно ли я вот достойна, действительно во мне много, достаточно энергии для того, чтобы осуществить тот или иной проект. Достаточно ли я хороша для этого? Очень сложный вопрос, отношение к себе прежде всего. Нужно воспитывать уважение к тому ресурсу, который у каждого из нас есть, к жизни, которая была дана, и к возможностям, о которых ты, естественно, не знаешь, пока ты не попробуешь совершить некие действия и выйти из зоны комфорта, которая, естественно, является таким сдерживающим фактором. Очень страшно идти в неизвестное, неизведанное пространство и там что-то делать. Да, я тоже очень сильно боюсь, но это не значит, что я не буду пытаться перебороть свой страх и, переступая через себя, все-таки не приведу к чему-то интересному и новому. Так что дерзайте!